«Дай почитать». Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерова, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Мне кажется, ничего более впечатляющего и пугающего, чем книга Владимира Безгина «Повседневный мир русской крестьянки периода поздней империи» я не читала. Владимир Безгин, доктор исторических наук, опираясь на разнообразные авторитетные документы, тщательно и скрупулезно воссоздает повседневный мир русской крестьянки как непрекращающееся испытание, как постоянная борьба за выживание. Бесполезно спорить о том, что история человечества – это история мужчин и мужского мира. Права и обязанности крестьянина были регламентированы государством, но женщина-крестьянка – неполноценный элемент человечества, даже мертвые души и те мужского полу. Крестьянки всю жизнь обращаться к мужу по имени-отчеству и на «вы», сносить побои, а иногда смертельные побои, во всем подчиняться большаку, трудиться сутки напролет, не иметь никаких, по сути, социальных прав. Нам, знающих Розу Люксембург и Клару Цеткин, благодарных СССР за возможность получить равные с мужчиной права, возможность учиться, быть самостоятельной и независимой женщиной, при этом не обязательно феминисткой, эта книга покажется действительно страшной. Стиль автора констатирующий, поисторически сухой, со множеством фактов, примеров. Именно это, а также подробное описание быта, традиций, создает ровное, четкое и всеобъемлющее повествование, которому, безусловно, веришь. Безгин не берет статистику во всей Российской империи, останавливается на данных 3-5 губерний. Но этого, оказывается, достаточно для создания полномасштабной картины беспросветного бабьего житья. Если жители одной из деревень Воронежской области в 1926 году в проведенном опросе 60% мужчин убежденно сообщили, что даже хорошую жену следует бить обязательно, иначе она испортится, то какой же процент таких мужчин был в конце 19 века? Подробно описана и гигиена. Бани были в дефиците, а в разных селах по-разному. Например, на 36 семей две бани. Поэтому помыться удавалось не всегда. Хорошо, если в избе были деревянные полы, это позволяло убирать чаще, а если земляные полы, то их посыпали соломой. А скребли 1-2 раза в год. Зимой в избе жили вместе с людьми и животные. И все, и люди, и овцы с телятами, извините, испражнялись в эту самую солому. На смерть детей смотрели, как на волю Божью. Обучать крестьянку грамоте считалось излишеством. Любопытны фрагменты из судебных решений, описание различных преступлений в отношении женщин. Все демонстрирует, что крестьянки юридически неполноправны. Кстати, штраф за изнасилование не превышал средней стоимости овцы. Дорогие слушатели, читаем Владимира Безгина «Повседневный мир русской крестьянки периода поздней империи» и радуемся произошедшим переменам. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».